Здравствуйте, мои дорогие зрители. Вот смотрите, какое у меня богатство эпох различных строев, да, советские, там, зарубежные записи, винил и так далее. Все это очень хорошие пластинки, в хорошем качестве, практически 80% не пилены. И решил я в честь того, что заканчивается год петуха, сделать вам подарок, но в то же время попросить у вас о помощи, то бишь о донате, потому что поддерживать канал я уже не могу в этом формате, а материалу накоплено столько, что его профессионально обрабатывать впору там кого-то нанимать. Ну и плюс расходники все уходят, то есть в наше время те же самые иголки. Это уже бешеные деньги, это вот все спиленные иголки. Еще 4 я выбросил, которые при оцифровках материала, приложенного вот к этому видео, ссылка сейчас будет в описании, спилились, сточились. А материала, ну, я думаю, того, кто любит музыку, его обилие порадует и качество. Поэтому вот сейчас смотрите. Все это богатство, ну тогда его, конечно, было немножко меньше, но не намного. Возросло оно раза в два всего лишь. Все было вот в такой вот оцифровке и ремастеринг теме. И было куча ссылок. Ну, было по 30 гигабайт примерно. То есть вот, сейчас эти ссылки практически не работают, кроме ссылок тут. Потому что добрые люди постарались и просто на Яндекс диске у моего сайта старого, ну, 2000, который в 2006 году делался, в 2005, они просто заботливо и полностью все это удалили. Причем были распиханы треки на 4 адреса. То есть, ну, как бы, сами понимаете, нечестная конкуренция. Но я все-таки сделал... В честь того, что кончается год петуха, да, я в год петуха жил, не стяжая. Начинается год собаки, и я меняю свои принципы. Я становлюсь опять алчным и агрессивным предпринимателем. Вот оно качается, трое суток качается, осталось еще якобы 58 часов. Но я думаю, к выходным закачается, к субботе где-нибудь. Вот дата. 13-му, 14-му. Нет, в субботе, наверное, не закачается. Ну, и с другой стороны, все эти терки в Ютубе, да, с правопреобладателями, которые просто убивают этот живой голографический звук, который... То есть у меня этих терок просто немерено, стертых, удаленных фильмов, где оцифровка обычной камерой, мономикрофон, и она вызывает такой бахтит, что скидывают на одну песню по 3, по 4... Значит, возражение. Ну, у меня канал достаточно давно и плотно пасется тоже администрация. Поэтому они просто ему вздохнуть не дают. Скручивают просмотры в том числе. Поэтому вот мой вам подарок. По окончанию 20-18 января заканчивается год петуха. Заканчивается эпоха нестяжания. Но мой вам подарок, мои дорогие зрители, пожалуйста, слушайте, сравнивайте, то есть... Это технология 21 века, да, технология голографического живого звука от фирмы, почившей Бозе, но остающейся виртуально в пространстве информационном Земли тракт Кунаширского, которую я создавал, когда пытался это все продвинуть, когда было побольше задору сил и так далее, веры в людей. Сейчас этого всего, конечно, совсем почти не осталось. Но, тем не менее, остались технологии, остались какие-то вот свидетельство того, что это все было. Поэтому вот почувствуйте разницу, как говорится, между тем, что вам предлагают и что есть. Почувствуйте, что есть скрытая наука, да, запрещенные технологии. Есть люди, которые этим не один десяток лет занимаются. И есть, в конце концов, продукция какая-то, которую, может, даже вы захотите оплатить или там, поддержать. Потому что исследования продолжаются. Сейчас то, что есть сейчас, оно превышает уже вот предложенное. Но просто нет возможности построить тот же комп. Более солидно нужно тут же
спаять уже самодельную оцепуху, потому что те цепухи по алгоритмам, что предлагаются, они унылые, как бы, и все такое прочее. Ну, это далекие перспективы пока. Спасибо за внимание к каналу, до свидания, и спасибо за вашу любовь в душе к музыке, как бы. Кстати, есть и студии, на которых мы пробовали писать, которые, ну, народ просто что-то, музыканты испугались, то есть, испугались стать знаменитыми, богатыми и так далее, короче. Ну, это лишний раз говорит о том, что, увы, человечество пока деградирует и вырождается. Ну, я надеюсь, к вам это не относится. Все, с вами был Юрич. Спасибо за внимание к каналу. До свидания.